Ребята, всем привет! Сегодня мы находимся на даче в Калистово. Это Пушкинский район, Московская область. Как тебе дачка? Отлично. Нет, дача — это круто. Свежий воздух, атмосфера, шашлыки. Классно вообще. Сейчас вот посмотрим, что у нас тут есть. Пожарим шашлыков, отдохнем. Ну и классно проведем время. Всем приятного просмотра. Сделан человеком, он своими руками все это делал, выкладывал. Как это называется, умывальник? Сварк. Сварк, это твоя ручная работа, да, вот это все? Да, хендмейден. Как? Хендмейден. Ну, с той стороны вот там красиво, Андрюшка, сними. И с той стороны тоже красиво, сейчас мы тут натопчем. Из кирпича выкладывал. Это просто отделка такая, что ты не увидишь кирпич. Понятно. Построен из дерева и обложен кирпичом, двух этажей состоит. Но еще, конечно, не все достроено. Будет классный бассейн вообще. Постройка уже закончилась. Единственное, нужно будет обложить и сделать пол. Сзади вон там вот виднеется лес. Мне что больше всего понравилось, это елочки. Там необычные елочки классные. И преимущество то, что там дверь есть, можно сразу выйти и погулять по лесу, собрать грибы. Очень классно, мне понравилось это место. И мангальчик, сейчас пожарим шашлыков. Так, на фоне туалета. Ну вот, Юляшка, покажи, какое жилище в этой тачке. Жилище замечательное. Тут есть даже есть сортир, душевая кабинка. Такая, и приятненький уголочек, согласна? Да, диванчик. Да, скажи что-нибудь про диванчик. Диванчик, конечно, он... Не на одного человека. Ну да, полноценный такой. Можно разложить, да. И на шведскую семью. Мне понравилось это место. Это вот камин, он, правда, еще не достроенный. Тоже сделан своими руками. Да вообще все, что здесь, вот на этой даче, это сделано практически своими руками. То, что было. Короткое замыкание. Это просто практически все, что здесь сделано на этой даче, это сделано своими руками, потому что это человек, талант к этому. Такой технический. Ведет лестница на второй этаж, по-моему, да, еще? Лестница есть на второй этаж, да, ну, который мы вот изначально я показывала, тоже все отделано в стиле, вот, кухни будет. И кухонька есть небольшая, но для дачи вообще... Где мы будем кушать шашлык? Для дачи сгодится, да? Где мы покушаем шашлычку? Кухонька такая приятненькая. Люди так живут не на дачах, поэтому... Слушай, ну, шикарно, я считаю, вот умывальничек такой, как у бабушки в деревне. Да. Классно, будем кушать шашлык, пить кофе, отдыхать. Ну как вот идет такое небольшое приготовление первого шашлыка, сырое пока еще. Скоро будет, надеюсь. Так, надо немножечко побрызгать, народ, чтобы довести этот. Брызгалку можно сделать из этой бутылки. Так, вот. Внимание, ведется видеонаблюдение. Слушай, а если тебя найму как охранника, нормально будет? Если ты здесь будешь жить? Буду жить с удовольствием. Будешь жить, жить не тужить. Ну так, вот. Сейчас тарелки будут. В гостях у Славика на даче. Вилки, ложки. Юляшка, снимай проба. Поварёшки. Так, тарелочки. Тарелки. Сейчас, в студию, пожалуйста. Так. Вы себе с цветочками даме. Так. Ну а нам общепит какой-нибудь. Московская область. Как Ольга Викентьевна говорила. Накладайте, давайте. Накладай. Помнишь? Юляшка. Снимай пробу, я снимаю. Будешь на Москве. Thank you.
Это картина бисер, бисером, да? А, не совсем купили, так тоже в наследство досталось, так сказать. Это кто-то ручная работа. Понимаю, твои части, когда ты висели на ноги дома, в квартире. Да, вот это, кстати, из Прибалтики, из Риги. А на даче твои впечатления? Что тебе запомнилось в этой даче? Еще приедем. Ну да, посмотрим еще. Когда будет построен бассейн? Нет, еще приедем раньше. Нет, дальше это...